Привет, вы на канале Дэник, и сегодня мы будем играть в игрушку под названием Project Fight от Zeti. Все знают этого ютубера, который играет в Roblox и рассказывает о Роблоксе. Я здесь уже нормально так развился, и пошли играть. Интересно, кого же выберем? О, Скибиджимен Титан 2.0. Начнем бить. Да, чуть-чуть я его... Он меня чуть не убил сейчас. Yes. Он меня не убил. Хорошо. Я здесь уже плохо, я умею как-то играть. Ой-ой, он слишком много мне наносит. Я проиграл. Ну ладно, допустим. Подождите. И вот реклама прошла, и я с вами. Давайте еще раз попробуем. Это кто? Это что? А, я его не знаю. О, бог! Ты мой, какой он огромный. Нифига себе, мама. И сразу же меня убили. Ну ладно, попробуем еще раз. Он слишком много наносил. Блин, он самый сложный. Ладно, попробуем. Ух ты. Я его проходил, но у него лезвия не было. По-моему, это новый обновление. Yes. Давай. У меня копится энергия для посвящения меня. Капец. Ну ладно, эй, давайте в другую игру поиграем. Подождите. И открой мир высокой прибыли. Да блин, 100 топовых лагает. Активов. Быстрые депозиты и бонусы за пополнение. У меня еще будет вторая часть. И всем пока-пока. В следующей части я буду проходить новые игры. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.